Ребят, всем привет. Съездил я вчера в Москву, все же выбрал автомобиль себе. Это у нас Rover 75. Уже, ребят, был такой ровер, взял я чуть-чуть получше, можно сказать, по комплектации поболее. У нас кожаный салон белый, как видите, люк, кондиционер, коробка автомата и так далее, двигатель 2.5 у нас. Я вам его покажу сейчас, сниму, обзорчик небольшой сделаю. В принципе, довольно симпатичная, хорошая машина. Вот, как все говорят, то, что там дорогая, говно и так далее. У меня были две такие, два ровера. Один серебристый, другой зеленый был. Зеленый я как бы особо не снимал, никому показывал. Я его, эти две машины у меня были проданы как бы по финансам. Нужны были. Вот, ребят, по салончику вот он у нас какой салон. Довольно чистый, ухоженный. Не скажу, что какие-то есть пятна. Кожа еще такая... Довольно сделано качественно. Есть, конечно, вот такие вот уже ямки. Сама кожа уже, не скажу, все же машине 17 лет. Вот. Ну и сам дизайн. Из дерева вот этого ореха сделано красиво дизайн. Вот. А также у нас, магнитола. Она у нас стандартная, кассетная еще. Ровер. Пишется магнитола. Довольно, в принципе, я не скажу, что она плохо играет. Играет. Также у нас двухзонный климат-контроль здесь. Подогрев сидений. Здесь есть у нас раздвигающая шторка сзади. Я вам сейчас тоже ее покажу. Вот. Также у нас коробка автомат. Тут у нас режимы. Спорт режим, эконом режим. И также у нас зимний режим есть на коробке. Мульти вот эту музыку громче делать, чтобы... Вот, также руль у нас. Все эти подъемники, регулировка зеркал у нас есть. Здесь у нас включаются также фары, габаритные огни внизу, которые... Вот, есть у нас также здесь свет, центральные, боковые. Здесь у нас тоже имеется такая вот причуда. Также у нас есть люк, открывается в оба положения, так же как вверх, так и вниз, и назад отходит. Вот сзади у нас места довольно много. Сейчас заведем автомобиль, выключим печечку. Ихний этот звук,
роверский V6. Вообще прямо, ну, не, по камере не передать этот звук. Вся вот эта подсветочка у них, все прям вот сделано так более качественно, хорошо. Здесь у меня горит лампочка. У меня не горит один габарит спереди. Это я попозже сделаю, поменяю. Также ихний вот это роверский, как на Infiniti, по-моему, на Линкольнах тоже есть это часы сделаны посередине, воздуховоды. Ну вот она у нас сзади шторочка. И также она убирается. Также у нас люк, он тоже автоматически. Это вот вверх просто приподнять. Она приподнимается. Вот. Также отпускаем. Ну и открывается сам туда до конца люк. Надо его немного смазать. Сам люк. Ну и также вот это закрывается. Что могу сказать? Сам работа двигателя работает четко, без всяких перебоев. Также у нас электрические сиденья двигаются назад, вперед, и спинка также. С той стороны, не знаю почему они так сделали, с той стороны у нас она регулируется, само сиденье вверх-вниз еще, а почему-то передние так не делаются. Вот она у нас также спинка, все ходит, работает вперед-назад. Ну и также положение вверх-вниз ходит, сама спинка, ой, само сиденье вверх-вниз, вот так вот. Вот. Само состояние ровера довольно хорошее, без всяких каких-то либо проблем. Вот у меня один габарит горит, с другой стороны не горит. Это я сделаю. V6 2.5 работает довольно хорошо, всяких, ну, без проблем всяких. Резина у нас мишленовская стоит, литье такое. Багажник сейчас мы откроем, я вам покажу багажник. Вот у нас сам багажник. Довольно-таки большой багажник. Вот у нас. Ну и вот такой ровер. Сейчас мы на нем прокатимся. Я вам сниму, покажу, как он едет. Так, ребят, ну вот мы сели в автомобиль. Вот у нас сам двухзонный климат-контроль. Также у нас обогрев заднего стекла, обдув переднего стекла. Также у нас здесь подогрев сидений правого, левого. Подстаканники у них, вот этот дизайн их не сделан, подстаканника. Довольно-таки так удобно сделан. Также он с этой стороны есть. Ну и сам прикуриватель тоже дизайн сделан такой выдвигающийся. Все работает. Здесь у нас аварийка и здесь у нас закрывание дверей, открыть закрыть также ручник. Подлокотничек у них не такой уж и большой. Вот также у нас здесь есть такой кармашек, ну что-нибудь там складывать. Ну и сам вот так открывающийся у нас бардачок. Там можно документики всякие положить. Тоже он не такой уж и большой. Вот. Ну и, ребят, прокатимся сейчас, посмотрим. Едет довольно хорошо. Вот этот звук такой красивый. Также есть задний парктроник, но это, наверное, устанавливались уже предыдущим владельцам устанавливать. Также ставим на заднюю скорость, и оно показывает, сколько нам до препятствия заднего. Поменяли мы
на нем, я его когда взял, у меня шуршало подшипник ступичный. Мы его поменяли левый ступичный. Довольно-таки не так уж в принципе и сложно его менять, сам подшипник, но приходится там много чего разбирать. Там пол подвески надо будет разобрать, чтобы снять вам ступицу, ну и так далее. Будем выезжать из гаражей, прокатимся, покажу, как она едет. Машинка довольно-таки так тяжеловато она идет. Все думают, что она прямо весит ужас много, но на самом деле она весит 1,5 тонны. Много она не весит, этот автомобиль. Пошли на разгон. Тормозит довольно-таки нормально. Сколько надо, столько она и тормозит, эта машина. Вы жмешь на тормоз. Сейчас мы попробуем, включим спорт-режим. Вот у нас там включился спорт-режим. Попробуем разогнаться. Идет довольно хорошо автомобиль, без всяких проблем, разгоняется. Вот, ну, ребят, все, что я вам, в принципе, хотел показать, я показал. Особенно про него, в принципе, смысл говорить я не вижу. Кто знает этот автомобиль, тот понимает, что это за автомобиль. Тот, кто покупает его, нужно будет и ухаживать за ним, и вкладывать в него. Вот, автомобиль достоин. Я так, ну, мое мнение, автомобиль хороший. Как бы за такие деньги, за которые можно взять там какую-нибудь Lada Priora или Rover сравнить, естественно, будет как бы, ну, Rover намного лучше, чем какой-то ТАЗ. Вот. Поэтому буду дальше снимать, показывать, что буду с ним делать, какие будут затраты, расходы на него и так далее. На данный момент я поменял, ну, как я купил уже, мне сразу же отдали к нему запчасть, это подшипник ступичный, он у меня гудел. Я его забрал в Москве, приехал, сразу же в гараже поменяли его. Все, сейчас тихо, ничего не гудит, не стучит. На данный момент пока ничего делать как бы не нужно на нем. Какие будут затраты, буду снимать, показывать, ребят, смотрите. Вот, а двигатель здесь 2.5, 177 лошадей, он, в принципе, я не скажу, что много кушает топлива, заправляюсь я 95-м, но литров 10 на сотню он по трассе ездит, 12 по городу. Вот, в принципе, ребят, на сегодня все, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой машине, и пишите, кто, у кого есть такие же роверы. Будем общаться, смотрите, ребят. Спасибо за просмотр, всем пока.